Ну, показывать на стриме. Ой, ракет! Ладно, нельзя. Там ракета просто нарисована. Бля, нахуй, можно удалить это? Как-то клип. Ебать. Как удалить клип, нахуй? Привет. Зашел пожелать удачных экзаменов. Какие предметы сдаешь? Блять, как его сам найти? Сдавал 4 Саня, года ракета. Назад проф.мата на физику. Сигли бы канала. О. И наверняка тебя заебали с этим вопросом. Но в какую сферу пойдешь дальше? Ну и самое главное, знай, ЕГЭ это не самое страшное. Дальше будет полный пиздец. Все, убрал нахуй. Так. Это что такое? Вот, класс. Блять, качество ёбнутое, блять. О, привет, зашел пожелать удачных заявлений. Привет, зашел, сам звал 4 года назад проф на тайном физику и разъебал. Наверняка тебя заебался, но в какую сферу пойдешь дальше? Не самое главное, ЕГЭ. Это не самое страшное. Дальше будет полный пиздец. Спасибо большое за 50 рублей, дядь. Пойду хуй знает куда, блядь. Главное, сначала сдать экзамены, нахуй. Верно, верно. А это что за смех? Ахахахаха. Я необычная девушка. Если не трудно, зайдите, пожалуйста, на этой странице. Спасибо, блин, 250 рублей. Встал? Да он у меня как всю жизнь стоит, мужик. Хуёк-то встал? Да он у меня как всю жизнь стоит, мужики, блядь. Это факт, да. Стояк у меня ёбнутый. Это что такое? Бля, у меня, я не понимаю, у меня что, есть функция какая-то, чтобы я смотрел за донат видео? Аноним. У меня нет функции, чтобы я смотрел ролик за донат. Ну, типа, это некрасиво смотреть за деньги чьё-то видео. Я зайду, посмотрю. Ну, закрой дверь, па. Короче, зайдем, посмотрим это. Но я не хочу переходить по ссылке из Ютуба. Аноним. Я не хочу переходить по ссылке из Ютуба. Потому что я знаю, что в Ютуб ссылке можно заменить буквы. Поэтому я не хочу переходить в ней. Сори, реально, не надо мне донатить, если вы хотите, чтобы я смотрел ваше видео, ребят. Мне, во-первых, могут в чате видео посоветовать, если оно реально охуенное. И это... Вы поняли, короче. Переживай, нахуй, мне не мешают родители. Ну, мне не составляет труда просто выключить вебку. Так вот. Кинь ссылку в чат, а если вас заскамят? Ну хорошо, я скинул ссылку в чат, ребят, проверьте видос. И скажите мне название видоса. Посмотрите и скажите название видоса. Дима Ликс пытается угадать, что он куколд. 4 минуты 25 секунд. Ебать, заспамили нахуй. Короче, ну, сейчас я все равно не буду смотреть. Хорошо, мы зайдем попозже, посмотрим, если я не забуду. Зайдем попозже. Сейчас, ложись. Секунду. Смотри, что батя принес. Слышь? Балдеж. Блять, какое наслаждение, я ебу. Честно, я люблю нахуй нюхать свои ботинки. Блять, кто не нюхал свои ботинки в школе вот так? Реально, мне кажется, почти все. Представьте, кто нюхал.
Ну, бля, плюсов больше, чем не плюсов. Понятно, в жизни не знали. Но одни металлы лучше проводят электрический ток и тепло, другие хуже. Какие металлы самые электропроводные? Золото. Чё, блядь? Где музыка? О, бля, музыку забыл точно. Ведьмака смотрели? Ведьмака. Ведьмаку заплатите чеканной монетой. Параш, на самом деле, не смотрите. Ведьмака смотрели? По факту хуйни не скажу. По-моему, идеально, нет? Ну, от 0 до 10 примерно, насколько вы оцените вообще схожесть? Оцените вообще схожесть. Да ёпта, закрой рот нахуй. Бля, охуеть. Это вроде все так недавно было. Ёбнулся. Мы где остановились? Кто я? Гости вкусняшкой? Разбирайте, пацаны. Еще такой вопрос на логику. Смотрите. Все, я забыл. Бля. Вот, бля, ну у всех же такая хуйня была. Реально, что все бывали, что... Ну, вот так вот забыли, нахуй. Не вижу ничего смешного в этом. Так, это что? Бля, ну вы что, на химии писать, пиздец? Я писал что-то когда-то. Ну, это типа, блин, такое все. Ну, бля, по факту химия залупа. Реально факт. Пикап мастер. Наталья Юрьевна, вы очень красивая сегодня. Не смущай меня при всем классе, наедине скажешь. Да? Мне нравится постарше. Ой, извините, пожалуйста. Какой же я хуй. Насрал. Я съел? Насрал. Телега? Насрал. Я сосал? Что? Насрал. Гав-гав. Блядь. Какой еблан. И что? Гав-гав. Блин, ты а что так долго было? Ты что там делала? Ой, это вообще пизда. Блин, ты а что так долго было? Ты что там делала? Просто ушел, блин, туда. Извините. Извините, пожалуйста, чем более, честно. Тем более странно, что вы любите, тем больше я проникаюсь во время клиента. То есть спасибо вам, я все больше вот прям
Встань, покажи. Да встань. Здесь видно было. Ты это, блядь, насал? Фу, не трогай меня, нахуй. Чё зависло всё нахуй? А, ну меня же зависал. Точно, точно. Сука, это смешно было. На Камчатке сидел в школе? Не, не всегда. Только последние два года, наверное. Это что такое? Чё, блядь? Умер, интересный вопрос. Нет, это лупа клип. О, бабочка. Мать бабочка ёбнутая. Бля, когда Бустер вообще последний раз бабочку делал? Пердёж в школе. Ой, ебать, я тут бданул громко, пиздец. Бля, вообще, кто-то был на этих стримах? Вообще, ну, типа, кроме Сайтмастера и Моисея. Кто-то был вообще на этих стримах моих старых? Ой, бля, ну, конечно, все. Ну, не, именно без рофлов, ребята. Именно реально без рофлов. Мне интересно, кто был реально на этих стримах. Пишите честно, чё, типа, вы... Я был. Бля, ну это пиздец. Это реально это то, с чего я начинал, нах. Сейчас будет взрыв. Ебать, это громко, согласитесь, пиздец. Сейчас будет взрыв. Илюха, хорош. Ну, нахуй, слушай, нихуёвенько, блядь. Я что-то не думал, что громко будет, блядь. Ой, бля. Гадза. Типа, я же не знаю, как это сделать. Бля, попробуй так, что смотришь? Ну попробуй. Это гадзе, это искусство. Ага, бля, нихуя себе. Долбоёб. Давай. Ты услышал? Бля, как же охуенно было в школе, пиздец. Ну, а без школы еще лучше. Ну, мы тихо посидим, обещаем. Пожалуйста, 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 пожалуйста. Давайте ничего не будем делать. Алена даст ту-ту. Алена даст ту-ту. Алена даст. Все. Да. Посмотри обязательно видос. Я пошел ботать ЕГЭ. Хорошо, дядь, обязательно посмотрим. Заявка на шоу песни. Я обжигал городок, ты питал на комментах, капитан. Капитал, так вот не забывай. За городом похолопач, забивай, забивай по коридору, контакт, далеко, вдоль, на кону, год, потрачен на кону, то нерв, кону, то берег, дёмышко, БД, высоко, позитор, не вас там. Тебя жгу под сном, ну, тут то, что тут ярко посмотрел. Я думаю, это они. Попался на шар на плече, приманул, да ты подумай, что зачитал, то лезь, сиди, включаешь сам, хвай за глаза, то, что написал, потому что бойца, и вот, все, прикольно, все, нахуй. Бля, ёбнуться, просто я бог. Бог.
Диман, давай сначала сдадим экзамен и потом ёбнем фит. Базару ноль, я за только. Ждете нахуй уже? Сразу же, блядь, сходу. Ждете нахуй фит Эминема, Дипро... Ой, блядь, Эминема, Еретаг, Дипро и меня, блядь. Сразу же, нахуй. Ебать название шок. Китаец в русской школе поет песню Чикабум. У меня большой хуй, я Насте на грудь срал. А это что за трек? Бля, не помню. Какой Мияги, блядь? Это из ТикТока, блядь, тёлка поёт. Нет, это из ТикТока девушка поёт. Похуй, потом найдем. Что-то. Блять. Да. Там еще у Ариана дана, типа. Я бы могла быть твоей маленькой девочкой, если ты продолжил мне донатить свои денежки. Ну ладно, похуй. Бля, хоть бы глаза открыл после этого. Блядь. Блядь, все, забей, просто держи руки и все. Ты точно не знаешь? Блядь, точно, что. Блядь. Пиздец, это такая тема жесткая, бля. Я после этого, я боялся. Ну, короче, я не знаю, есть ли такие люди в чате, которые загоняются по всякой хуйне? Ебать, я быстро говорю, просто ёбнутый. Есть ли такие чуваки, которые быстро загоняются по... Я вообще ёбнутый. Короче... Что-то ударился, все, нахуй, сразу в голове, бля, у тебя рак, нахуй. Короче, вот у меня вот такая хуйня. И я так загнался, у меня 3 недели голова болела, короче. Подожди, сейчас. О, бля, нихуя. Нормально. Давай, пиздец. У меня, короче, потом 3 недели голела... голова болела, вот. Голела голова. Бля, вот это такой охуенный клип, это пиздец, блядь. Бля, это вообще такой балдёж. Я тогда, это я еще Fortnite. Бля, мне, я съебусь. Это я чисто Fortnite нахуй стримил. Жесточайшие нахуй файтинги тогда были, просто ём. Ну вы видите, у меня 4 кила, блядь. Бля, ебать, какой охуенный цветкор, какая охуенная это. Карта, бля, пиздец, ностальгия нахуй. Ну вот это, короче, клип, это балдёж. Бля, мне, я съебусь. Ас! Далеко с... Как вам вообще по съёбам дал, нормально? Бля, мне, я съебусь. Ас! Далеко с... Бля. Ну как это нахуй вообще? Саня, что ты пишешь? Да там клипов-то немного, Сань. Найс, учимся. Так, что еще? Флосс на перемене. Ну это, блядь, легко для меня вообще. Парень из ЦИС базарит что-то за банды. Убери, не позорься. Что? Бля, ребят, не пишите мне в ЛС на Твиче, пожалуйста. Пожалуйста, ребят. Спасибо. Спасибо, типа, что вы так пишете. Ну, реально, не пишите, потому что я отвлекаюсь очень сильно на это. Типа... Оп, давай, нет. Пошел, выпал. Бля, я просто гений, мне кажется, нет? Ебать, тут я тоже жестко попадаю. Это хоть не со школы, но тут... У меня им, ребят, если что, это... Вот что я называю... Ну, короче, тренироваться в кобаке. А, все, мне дудосит.
Что? Почему? Ебать. Бля. Ебать. Охуеть. Да бля, нахуй вы пишете? Ну ебаный рот. Охуеть. Ну бля, попадал жестко, согласитесь. Бабочка всему глазу, бля, снова бабочка. Блин, два человека спамят, блин. Да, так, здесь немножко останусь, я добавляю, да? Бля, бабочка ёбнутая, нахуй. Найс. Но в реальности силы... Какой класс 11? Класс 10 пиздат, чё лучше? Блядь. Если сравнить пиздатый с говном, блядь. Что я такое сказал? Извиняюсь. А, вот, значит... Извиняюсь, блядь, по факту. Это что такое? Чего? Да, ребят, если что, я озвучивал зомби или крипера из Майнкрафт. Так вот как-то это делается. Вот так вот. Бля, ну реально же похоже, согласитесь. Меня столько раз люди просили делать зомби, потому что это очень похоже, типа... 3 недели дома... You know, man? You know, man? 4 минутки осталось, а я толком-то... Стример долбоёб. Не отрицаю, блядь. Не отрицаю, я долбоёб. Но при этом, я считаю, я классный долбоёб. Но разве нет? Так, бля, ну уже подбираемся к тому, что уже не будет, ну уже все, кончаются клипы новые. Я просто смотрю на себя в камере, бля, просто долбоёб, нахуй, ебаный. Ну, бля, чем я вот изменился? Ну чем? Ну просто такой же. Такой же еблан. Похудел. Я, кстати, не знаю, сколько вешу. Но должен 64 весить. Стрим со школы. Дядя, покажи класс. Не, дядя, сори. Просто тут есть люди в классе. И я уверен, что немногие хотели бы, что кто-то, кого-то бы я из них... засветил. Да, кстати говоря, всегда у меня была такая политика, что я никого не хочу показывать, типа, в классе. Если у меня люди только на задних партах сидели, ну, бля, ну, извините уже, да, тут спалил. Но они были не против, и они знали, что я стримлю. То есть, там, люди, которые обычно сидели на задних партах, они знали, что я стримлю. То есть, девочки, которые вы видели там, где подзатыльники, они знали. А остальные всегда, если меня просили показать там учителя, показать девочек, я всегда отказывал, потому что, ну, в пизду. Я знаю, что это, во-первых, неправильно показывать кого-то. Ну и, короче, вообще, типа, вот так вот. А мне при этом люди все равно писали, бля, какой же ты ублюдок, как ты можешь стримить в школе, что ты себе позволяешь? Хотя, блядь, я просто не понимаю, я 11 класс.
Учителя знают, блядь, меня на все 100%. Общаются не первый день, понимают все шутки. Я при этом ко всем уважительно отношусь, и они все понимают мои рофлы, но при этом мне пишут, типа, бля, какой же ты урод, нахуй, что ты делаешь? Я не понимаю, что там такого, блядь. Когда я, не знаю, все учителя рофлы выкупали, блядь, не знаю. Но мне похуй. Я шел дальше. Бля, ну, бля, пиздец. Это, бля, это так жестко. Вот сколько у меня зрителей, интересно было, ну просто сейчас ради интереса, это где-то февраль, январь, в январе у меня пошел рост канала какой-то, да, в январе у меня пошел рост канала, что я 7-го, охуеть, у меня в январе было 71 средний за число зрителей. Давайте вот так вот, с первого. По 31, вот. 56 даже, если вот целый месяц брать. Ёбнуться. Потом уже февраль 156. 46, 85, 131, 165. Сентябрь чекни. Даже можно за сентябрь не заходить. Вот. Четырнадцать средних зрителей, ребят. И вот понимаете, ты когда так стримишь на 14 зрителей, у тебя реально хочется просто все нахуй, типа, бросить. Но я всегда ловился на той мысли, типа, лучше пусть тебя смотрят 14 зрителей, которые хотя бы, с которыми ты можешь общаться в чате, не чувствуй себя как-то одиноким на стриме, блядь. Но при этом, ну, я не знаю, но как-то все равно ты от этого кайфовал. В Екатерина 10 зрителей, 20 сентября, 18, 12, 5, тут два стрима. Так, вот в феврале 156 зрителей уже средний онлайн был. Потом март пошел. Бля, в марте уже начался карантин? Я не помню. 100, 127, 100, 103, 213. И тут, наверное, уже это что пошло? Это, наверное, дистанционка, да, пошла? 468, 694, 920, 1400. Ну, да, наверное, вот с этого момента уже пошел прям высадиться канал. Вот так вот. Тут уже 500 зрителей стабильных прям. В мае 900 онлайн средний. Тут 1500. Ну вот, да, это сейчас 1500, грубо говоря. Вот так вот. Помнишь, как три зрителя было, и мы играли «Я никогда...» Нет, и «Яйка...» Бля, честно, чувак, не очень помню. Покажи яички. Прикольно. Байхань, ты красава, люблю тебя. Бля, я не знаю, огромное... Вообще, я не знаю, я обязан многим за такое, за то, что сейчас имею, типа, стримером, таким, ну, типа, как Вадя, Бустер, Каравай, ну, Ликс, просто... И еще много людей, которые мне помогали. Мне Зарк вначале помогал своими рейдами. Скиллс помогал. Там Сэдди, Фолнет. Мне очень много людей помогало. И спасибо людям, которые оставались на стримах, которые фоловились, которые, не знаю... Благодаря вам, блядь, я стримлю, ребят. Благодаря вам. Я не знаю, я... Честно, я хочу показывать у себя на стримах какой-то контент, но... Возможно, мои стримы созданы чисто для чила. Чисто, чтобы с утра вы, не знаю, как-то расслаблялись, отдыхали, потому что с утра сейчас люди ходят на работу, с утра люди начнут ходить в институт, в универ. Может, я и не создан для контента, но хотя бы я могу как-то сделать вам такую обстановку, где вы можете просто кайфовать. Я не знаю, конечно, это, наверное, не то, что, ну, не то, что, типа,
Ну, вы понимаете, короче, о чем я говорю, но я надеюсь, что все равно... Ну, короче, я думаю, вы меня понимаете. Спасибо вам всем огромное, ребят. Большим. Ну, дай за спасибо, Тимик. Я тебя люблю. Спасибо. Кстати, хочу напомнить, что красивые девушки могут написать мне личные сообщения в директе. Если кому интересно вообще. Вот так вот. Ну, так. У меня послезавтра русский, понял. Ты пойдешь в репетитор? Да, да, и до сих пор. Ну, у меня дистанционно занимаюсь репетитором. Зайдешь Генсухи на стрим в ДС? Ну что, она? Пусечка, го перепихнемся. Че, Генсуха стримит сейчас? Или вы про сегодня вообще имеете в виду? В 14:30? Ну, я не знаю, позовет, зайду. Да и не позовет, сам зайду, мне похуй. Вы же знаете. Бля, я бы честно сейчас на Dragon Money, короче, зашел. Потому что надо тоже интеграцию проводить, но я не знаю. Я и хочу и тест пройти, и еще что-то сделать.